Привет всем, меня зовут Артем Жульев, и это продолжение предыдущего видео о трех волшебных нотах. Если вы его еще не видели, вы можете перейти по ссылке и посмотреть его. Сегодня я расскажу о секвенции на 2-5-1, на одну из самых распространенных аккордовых последовательностей в джазе, которая одинаково хорошо будет звучать в 5 разных тональностях. То есть одна секвенция для 5 разных тональностей. При этом доминанта у нас будет всегда альтерирована. Давайте сначала послушаем, как звучит эта секвенция. Давайте ее быстренько разберем и проанализируем. Мы видим, что она состоит из двух групп нот. Первая группа — это до, ре, соль. И вторая группа из трех нот – это те же самые ноты, но на полтона выше. То есть до диез, ре диез, соль диез. То есть это те самые ноты, о которых мы говорили в прошлом видео. Три ноты, но в полутоновом соотношении. Да? До, ре, соль, до диез, ре диез, соль диез. А дальше это просто чередующееся обращение этих двух групп нот. То есть мы видим, вот первый такт у нас. До, ре, соль и еще раз до, повторяющийся. Да? И нисходящее движение, у нас теперь вторая группа нот включается. До диез, соль диез, ре диез, до диез. Следующий такт. Ре, соль, до, ре. Это обращение первой группы нот. Вот ре теперь у нас было от до, теперь от ре. Ре, соль, до, ре. И следующая опять вторая группа нот. Ре диез, до диез, соль диез, ре диез. Следующий такт, вы видите, теперь опять до, ре, соль, наша первая группа нот. Теперь от соль. Соль, до, ре, соль. Нисходящее движение, вторая группа наших нот, соль диез, ре диез, до диез, соль диез, да, и так далее. Также нисходящее потом идет. Если нужно немножко больше времени, поставьте паузу просто, чтобы понять, что происходит, там ничего сложного. Вот такая вот секвенция интересная, современное тоже у нее звучание. Наша секвенция могла бы выглядеть и по-другому немножко, да, вот вы сейчас видите вариации на экране. Главная эта идея в данном случае, что чередование двух групп из трех нот в полутоновом соотношении, то есть до, ре, соль в нашем случае и до, диез, ре, диез, соль, диез. Давайте теперь посмотрим, как и почему ее можно использовать, как я сказал, в 5 разных комбинаций аккордов 2-5-1 в 5 разных тональностях. Давайте начнем с до мажора. Вот вы видите, у нас 2-5-1 до мажоре, ре минор, соль, до. И послушаем, как звучит вот эта секвенция в этой тональности. Вот так она звучит, вот такое у нее интересное звучание. Давайте посмотрим, что произошло. То есть наши ноты, первая группа, до, ре, соль, то есть по отношению к ре минору они прекрасно совершенно у нас подходят. До — это седьмая, ре — первая, ре минора, соль — это четвертая ступень, замечательно. И когда мы пришли в соль, септальтерированный, в данном случае у нас плюс 5, бемоль 9 был, то есть у нас получилось соль, диез — это бемоль 9, до диез — это плюс 11, ре диез — это плюс пятая ступень, то есть замечательно, как раз у нас соль, альтерированный септаккорд, они подходят. И потом, когда мы вернулись в до мейджор, мы опять сыграли первую группу из трех нот, до, ре, соль, и это превратилось уже до в первую ступень до мейджора, ре в девятую, соль в пятую, то есть прекрасно. Давайте теперь попробуем сыграть ту же самую секвенцию, но уже в си бемоль мейджоре, да? То есть у нас будет 2-5-1 по отношению к си бемоль мейджору. Это будет у нас до минор, фа септ альтерированный и си бемоль мейджор. Давайте послушаем, как это звучит. Значит, наша первая группа нот по отношению к до минору, ко второй минору, да, превратилась в до в первую, ре в девятую, соль в пятую. Прекрасно. До диез, ре диез, соль диез. Вторая группа нот по отношению к фа септу альтерированному. У нас превратилась до диез в пятую высокую ступень, ре диез в ми бемоль, скажем так, в седьмую ступень. И соль диез превратился у нас в диез 9,
фа септ плюс 5 бемоль 9. Прекрасно у нас ложится эта секвенция. И возвращаемся мы в си бемоль мейджор. Мы приходим в си бемоль мейджор. И наши ноты с до ре соль, то есть до превратилась в девятку, ре в третью, соль в шестую, си бемоль мейджора. Замечательно у нас звучит. Где еще можно сыграть? Давайте. Фа мейджор, да, то есть у нас будет вторая, пятая, первая фа мейджора, то есть у нас соль минор, до септаккорд, фа мейджор. Давайте послушаем, как это будет звучать. Вот так это звучит, та же самая секвенция, те же ноты, да, но уже немножко по-другому, но все еще прекрасно у нас замечательно ложится, да. Давайте посмотрим, как и почему. Соль минор, вторая, да, то есть у нас до это четвертая, ре пятая, соль первая, соль минор, замечательно. До диез, ре диез, соль диез по отношению к до септаккорду, то есть до диез у нас бемоль 9, ре диез, диез 9, соль диез плюс пятая, да, опять, пятая высокая, то есть опять у нас получается... до септ альтерированный, то есть у нас аккорд плюс 5, плюс 9, плюс 5, бемоль 9, как хотите. Разрешаемся в фа мейджор, то есть у нас получается опять первая группа из трех нот до ре соль, то есть до пятая, ре шестая фа мейджора, соль девятая фа мейджора. Прекрасно. Вот, но это еще не все. А давайте теперь посмотрим просто... поменяем немножко местами, то есть будем начинать нашу секвенцию не с первой группы нот до ре соль, а со второй, с до диез, ре диез, соль диез. 2, 5, 1 по отношению к си мейджору, то есть у нас будет до диез минор, септаккорд, фа диез альтерированный и си мейджор, мы будем разрешаться в си мейджор. То есть давайте послушаем, как это будет звучать. То есть, опять-таки, те же ноты, да, просто немножко в другой последовательности. Я начинал теперь со второй группы нот, с до диез, ре диез, соль диез. И у нас, что у нас получилось? Мы находимся в си мейджоре, то есть вторая ступень у нас до диез минор. То есть у нас получается до диез, ре диез, соль диез по отношению к до диезу. Это у нас первая ступень, девятая ре диез и соль диез, пятая до диез минор. Замечательно. Теперь у нас фа диез септ альтерированный, да? И мы играем первую группу нот, которая у нас до ре соль. То есть что у нас получается? По отношению к фа диез септу альтерированному, до это у нас плюс 11, ре это плюс 5, соль это бемоль 9. Замечательно. Как раз у нас получается фа диез плюс 5 бемоль 9. И разрешаемся мы в си мейджор. То есть у нас, и опять играем вторую группу нот, которая у нас до диез, ре диез, соль диез. То есть у нас получается до диез это девятая си мейджор, ре диез это третья и соль диез шестая си мейджор. То есть замечательно, опять-таки у нас та же секвенция, те же две группы нот работают да и здесь. Где еще можно сыграть? Давайте посмотрим. Ми мейджор, да, 2, 5, 1 по отношению к ми мейджору, то есть у нас будет фа диез минор, си септаккорд и разрешаемся ми мейджор. Давайте послушаем. Опять-таки, до диез, ре диез, соль диез, мы играли эти три ноты к фа диез минору. В этом случае до диез у нас пятая, ре диез шестая, соль диез девятая. Замечательно. На си септаккорд альтерированном мы играли первую группу нот до ре соль. То есть до у нас бемоль девятая по отношению к си септаккорду. Ре это у нас девятая повышенная. И соль это плюс пятая опять-таки. То есть у нас опять-таки получился тот же самый аккорд. Си плюс пять, бемоль девять. И мы разрешаемся в ми мейджор, то есть мы опять играем группу нот от до диез, то есть у нас опять до диез, ре диез, соль диез, по отношению к ми мейджору до диез это шестая, ре диез седьмая мейджор, да, и соль диез третья, то есть замечательно, прекрасно. Меня зовут Артем Жульев, надеюсь, кому-то было это интересно, кому-то полезно, и... Заходите на мой сайт, там накопилось уже много материала интересного. Подписывайтесь на канал и все такое. Всего вам доброго!